Владимир, а успел заметить или нет? Посыпались комментарии рода там. Минеев никак не дойдет до военкомата. Он все еще собирается служить там, и все. Что мог бы им сказать? Это же люди пишут, которые... Либо они себя этим оправдывают, оправдывают свое бездействие, свои какие-то постыдные поступки. Может быть, это пишут те, кто убежал вообще из страны. Или еще хуже, это еще могут писать те ребята, которые там убежал и еще с буквы Z или В там ходят. Такие тоже есть. Либо это пишут, ну, представители там Украины и ребята, которые там ведут против нас информационные атаки. Они мне пишут с 6 апреля они мне пишут. То есть для меня это не является каким-то фактором раздражения. Я прекрасно понимаю, что, во-первых, многие из них это вообще люди даже недостойны, чтобы с ними какой-то диалог вести. А вторая половина, ну, либо завидуют и ничего не могут сказать, там, и ничего не могут сделать, либо просто сами из себя ничего не представляющие люди, которые таким образом пытаются удовлетворить свое какое-то эго. Так, к сожалению, таких ребят много, да. Ну, вроде бы ты объяснился, и в том числе и в нашем интервью сказал, что после боя. Конечно. Я же не буду это каждый раз повторять. Да. А им зачем это знать? Зачем? Им же хочется сейчас какашку взять и кинуть в меня.